Всем привет, с вами Малыш. Ну что же, продолжаем мы Звездные войны 2. И у нас на очереди серия Изгнанники. Помните, да, что у нас произошло предательство? Ну как предательство? Ну, блин, непонятки эти все. Вот, ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Хотя в конце мне понравилось то, что слышь, мы говорим с тобой, ни туда, ни сюда, и вообще куда, чего. Ладно, поехали. Посмотрим, что у нас будет дальше. Да, исследователь. И у нас, ну, блин, взял карты, сбросил. Так, снижает урон от этого. Значит, карты усилители. Ага, берем. А вот это что у нас такое? Ускоряет перезарядку ваших способностей. О, как. Не, ну это... вот это берем. Стоп, там вроде еще что-то было, да? А, это щит... Ага, нет. Оставляем пока 3. И выбираем сразу оружие. Мы выбираем вот это мне полюбившееся. Отличная вещь. Все, поехали. Изгнанники. Набу, ух ты. Помните Набу, да? Где этот? Блин, как его? Я забыл. Водяной такой. Бра-бра-бра-бра. Бегал. Планета Набу. Посмотрим, к чему нас это приведет. Будем мы либо все-таки за империю вернемся, либо все-таки за повстанцев. Это интересный, конечно, расклад происходит. Странно, что в этой героине открылась... Ну, это было в прошлой серии. Странно, что в этой героине открылось это. Что она там за человечество, там, да, за родных, там, ну, как за родных, за планету, где она выросла. Прикольно вообще. We've already told your people everything we know. Let's take a walk. Okay. Ну ладно, пойдем. What is this? Посмотрим, к чему нас это приведет. Неудачная идея. Мы шпионы. Подгрузки ужасные, конечно. Угу. Два истребителя. You have to stop it. I think we can handle it. You're wrong. The Empire's changing, and so are its tactics. If that's the case, why not come with us? Help save Naboo. О, как. Значит, мы пойдем на Набу, да? Прикольно. Так, ребята, что у вас тут? We're not here to join your rebellion. Зараза. Согласен. What's it going to be?
Ух ты, и сразу туда, что ли? Да ладно. Что за фигня происходит? Ух ты, нифига ж себе. Так, ладно, боевые крылья мы открыли. Уходим. Так, у нас есть космические бои, это уже радует. Да ёпарасоте, лазеры! Так, отходим подальше чуть. Сейчас мы развернемся. Пошла торпеда. Есть контакт. Так, держаться моего крыла. Принцесса? Мазолей, что ли, играем? Я не пойму. Куда ты прешь-то? Зараза. По-моему, нас атакуют, да? А, вот они. Все, я понял. Отходим пока. Ремонт. Есть ремонт. И потихонечку пошла торпеда. Есть контакт. Есть контакт. Еще одни остались. Ой, кусок. По-моему, нас иметь начинают, да? Ремонтируй. Империя приперлась, зараза. Где они тут? Есть. Зараза, ты посмотри, что ли. Так, еще одни вылетели, да? Сейчас я приходу. Ух ты, ёпрасота, это было близко. Ребята, это было очень близко. Down,
Пошла торпеда. Давай, приходуй там его. Кто у нас тут еще? Охота он куда пошел? Ладно, уходим сюда немного. Давай, 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 давай. Я знаю, ты справишься. Перезарядка. Куда он? Вот он. Есть. Вижу его. Есть контакт. Еще один остался. Вот он. На прицеле. Все отлично. Еще один. Блин, я торпеду отправил без прицела, а? Еще кто-то. Где он? Вот они, черти. Так, а как от первого лица у нас? Ага. Слушайте, довольно-таки неплохо от первого лица здесь. Я, правда, не вижу, куда лететь особо. Но зато я... Ага. Зато я вижу другое. Ой-ой-ой, уносим ноги. Не, лучше от третьего все-таки. Так, надо уходить чуть подальше. Сейчас, подождите, я развернусь. Есть контакт. Есть контакт. Так, кто у нас тут еще летает? Куда ты, родной, собрался? Где они? Вот они. Где он тут есть? Вот он. Слышите эти звуки, да? Вот эти звуки как раз. Это прикольно. Это сирена, я так понимаю, их не, да? Насколько я помню. Так. Что нам уничтожить-то надо? У меня, в принципе, одни цели, только эти горят. Отлично. Так. Боевая группа отходит. Главный калибр начинает работать. Да не тупи ты, ёпрост, это ужас, конечно. Ребят, железо мощное, я не знаю, что происходит с этой игрой. Ну это просто ужасно, конечно. Натид? Они сюда прилетели. И они принесли этих шагоходов. Минимум 4 штуки. О, Лея! Принцесса Лея. Они стали повстанцами. Недоволен. Так, мы за Лею. Офигеть вообще, слушайте. Что она у нас умеет? Е. Это наши. Она умеет поливать просто огнем. И то недолго. Ага. Щит. Хорошо.
Давай-ка я тебе от первого лица-то сделаю, а? Блин, от первого лица не могу сделать. От первого лица не могу сделать, офигеть. Так, берем пулемет. Где они там? Давай, дерзай. Щит есть. Ух, ёпарсы-то. Не то. Так, сиди в щите. Все нормально. Пока все нормально. Тихо. Молодец. Сработало. Щит тоже временный, да? Тихо. Ах ты, зараза. Есть контакт. Транслятор. Ладно, прям к нему. Ну и дальше. Не сюда. Ребят, держите, держите. Ух, ёпарасоте. Вот это фигово. Заныкался. Спасибо. Отлично. Зачистили. Так, подкрепление будет? Нет. Так, отлично. Идем дальше. Вроде разобрали, ребят. Секунду. Эть. Ребята, щит.
есть контакт. Где еще? Наши пробиваются вперед, я вижу. Там еще один, да? Сейчас. Пока можно курить. Ах ты ёпрос, это он прям здесь. А, это по мне. Щит работает. Подожди. Граната прошла, прикинь. Ну, пока в щите. Щит держи. Ах. Хорошо прошло. Да уж. Ребят, работайте, работайте, давайте. Дел, вот и в щит-то влезь, зараза. Офигеть. Так, дальше. У нас гости опять. Щит работает. Черт, это шагоход. Это совсем хреново. Ребята, отступаем. Отступаем.
Ах ты не туда. Давай. Вау, это было сильно. Офигеть вообще. Электромагнитный импульс. Нормальный расклад. Падают все. Короче, в заставке они реально не оптимизировали. Тупит ужасно, конечно. To General Calrissian, you've done a lot of damage to this alliance. Yes, we have, ma'am. And there's no excuse for it. Watching you fight today, it's clear you're not just running from the Empire. This means something to you. It does. We've been fighting our whole lives. It's taken us too long to realize that we were fighting for the wrong side. This war is far from over. We would like to help you, if you'll let us. People like you, the reason hope can prevail. Hope is the reason we're going to win. Welcome to the New Republic. Thank you, ma'am. Круто. Много месяцев спустя. Реально круто. Senator Organa, it's been a while. Building a republic is busy work. So is chasing after an imperial fleet. It's about to get busier, Commander. I need a friend. One of our generals has gone. I tracked him to Taco Donna, but he isn't answering his call. I need you to find Han Solo. Han Solo? Эх, круто. Так, ну что ж, друзья, я так думаю, что увидимся в прошлой серии, в следующей серии. С вами был Малыш, на этом пока все. И посмотрим, что у нас будет дальше. В принципе, история складывается нехило. Всем спасибо. Всем пока. Хан Соло. Пока-пока.